Один там, другой здесь. Сразу дверь закрывайте. В один из ночных клубов города нагрянули полицейские, представители Роспотребнадзора, городской и районной администрации. По постановлению губернатора в ночные часы работа развлекательных заведений и баров ограничена. Особое внимание проверяющие обращают на соблюдение требований Роспотребнадзора. Социальная дистанция от 1,5 до 2 метров. Потом у нас идут наличие различных средств, а именно непосредственно использование масок, перчаток, различных дезинфекционных средств. Также в помещении должно обеспечиваться обеззараживание воздуха. Собран материал, и будет, этот материал будет оформлен и направлен в управление гражданской защиты города Самары для составления протокола по статье 20.61. Контроль за работой ресторанов, кафе и ночных клубов в Самаре усилили по поручению главы города Елены Лапушкиной. Уже проверили 7 заведений. На нарушителей составлены протоколы. Было проверено 7 ночных клубов. 2 из них были закрыты, они не работали. И 5 вот они работали. Тут собрались материалы. Сотрудниками полиции составлены протоколы, направлены в суд. Проверки ресторанов, баров и ночных клубов города продолжатся во всех районах. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.